ничего особо ценного у них нет, как видим. Отдыхать нельзя, враги близко. Давайте посмотрим. Сохранимся. Вот он. Враг. Вражина. Гоп, стоп. Мы подошли из-за угла, называется. Так, ну спать здесь нельзя. Еще один бродит. Шесть короткие клинки. Еще сохранимся. Никого нет. Я вот не знаю, возможно, Сталгрим распаунится, как и прочие залежи. Вот еще один. До хера вас здесь, ребята. Ну и вон там вот, судя по всему, главарь. Давайте сохранимся сейчас. Я попробую говорить его словесно. Для начала. Но словесно не получится. Словесно у нас не получится. Готов. У него записка. Высадитесь где-нибудь неподалеку от колонии. Подождите, пока Лакмус не покинет ее. Лесной эльф может быть определен согласно ранее представленному описанию. Убейте всех, кто находится в колонии. Оставьте там доспехи и оружие скалов. Это послужит достаточными уликами, если империя решит провести расследование. Плата будет доставлена и подпись К. Но это не иначе, как Карниус. Конечно же. Так, и нам надо применить возврат. Наверное. Доложимся.
Подожди, что это за записка? Это она была у одного из нордингов. Дай-ка мне ее сюда. Ну-ка, что тут написано? Даже не знаю, что бы я делал без тебя. Нас провели. На самом деле это было не было нападение скалов. Это были наемники, одетые как скалы, чтобы ввести нас в заблуждение. Если бы у них все получилось, во всем бы обвинили ни в чем не повинные неповинных людей обвинили бы. От этого дела попахивает Карниусом, и я думаю, пришло время противостоять ему в открытую. Возьми эту записку и предъяви ему доказательства его причастности к нападению. В общем-то, сохранимся. Надо восстановить магию. Да, и, кстати, уровень повысился. Интеллект, скорость и удача. Традиционно. И отправимся в форт. Какой-то там снежной бабочки. Ледяной бабочки или как-то так. И Нивы, вот. Перепутал. Сразу же зайдем к кузнецу, потому что нас покоцали в бою. А с Карниусом нам придется биться, конечно же. Противник он довольно серьезный, я скажу. Весьма серьезный. Сорок восемь стрел. Надо бы взять еще стрел. Вот так лучше. И в арсенал. Чтобы не было лишних свидетелей. Ты выбрал Фальк. Да. Отлично. Сохранимся. Это для меня даже лучше. Что ж, агент, я немного удивлен, что вижу тебя. Ты не должен был выжить при нападении скалов. Умри, сволочь! Ты все испортил. Ты понимаешь это? Вся эта работа, все деньги, которые я потратил, чтобы добыть это снаряжение, доставить этих людей сюда, все прошло прахом. И это все твоя вина. Да, видим, что он достал сталгримовую дубинку. Почему-то... Да, вот сейчас только подействовал. Видимо, дохерища у него силы. Ну и давайте прикинемся магом в очередной раз. Прокачаемся в плане магии. Пусть он повоюет с призванными монстрами. Святошу мы по-прежнему призвать не можем. Также нет смысла призывать магических атронахов, то есть атакующих магией по площади, потому что тут могут и нас зацепить, и мирных НПС могут зацепить. Поэтому призываем Даэдра ближнего боя, атакующих рукопашную.
Дримора снова. Восстановления магии-то у меня и нет по-прежнему. Ну да ладно. Чувствую, Дримора тоже не продержится долго. Опа, опа, что-то он колдует. Поглотить запас сил. Ха. Плевал я. Да, смысла нет. Практически никакого урона они ему не нанесли, видим. Ну а я в ближнем бою и того меньше нанес бы. Тут где-то крутые стрелы были с отравлением. Лечится собака. Круто, причем лечится. Да, стрелы зачарованные гораздо эффективнее обычных, потому что наносят урон еще и помимо основного физического за счет отравления. Но он, собака, все равно лечится. В ближний бой суваться все равно смысла нет, поэтому стреляем как есть. Сколько у него бутылок, интересно? Хватит ли у меня стрел на него? Черт его знает. Не попал. Это такой своеобразный мини-босс. Много бутылок. Собака. Видим, что лечиться он начинает примерно на 30% здоровья. Безмолвие нам не поможет здесь. Будем долбить его обычными стрелами. Да. Тут еще есть неплохое заклинание. Ну, конечно, вот восстановить бы магию. У нас это не получится. К сожалению. К
Если бы можно было уничтожить ему дубинку на расстоянии, у нас был бы шанс в ближнем бою. Неплохой причем шанс. А так будем бить, пока не закончатся у него бутылки. Есть еще колечки. Вот такие вот. Азуры зря я снял. Это не то. По площади нет смысла. Все равно лечится. Ну да ладно. Я не знаю другого способа, как его завалить. В ближнем бою, как я уже сказал, нам хватит 1-2 ударов. Да и лечиться ему это не помешает. Похоже, кончились бутылки. Да, дружочек. Тут-то ты и попался. На. Все. Я убил Карниуса Магиуса. Сохранимся. Пятьдесят 54 стрелы ушло на него. Но зато мы можем воспользоваться его постелью. Восстановиться. Так. Ну и полазить здесь по сундучкам. Тоже нам никто не запретит. Ничего ценного тут нет. Сохранимся. Честно. Я, как я понимаю, ты решил свои проблемы с Карниусом. Возможно, тебе стоит поговорить с Фалько. Конечно, стоит. С кем же еще поговорить, как не с Фалько? Yeah.
Стены все еще нет. Карниус мертв. Мне очень жаль, Лакмус. Я не думал, что может дойти до этого. Ты остался в живых, впрочем, и Воронья скала теперь станет лучше. А сейчас кто-то должен взять бразды правления. Понимаешь, мне этот пост не нужен, а ты следующий претендент в этом ряду. Поэтому я позабочусь о том, чтобы необходимые бумаги были оформлены как можно быстрее. Теперь ты новый фактор Вороньей скалы. Подразделение Восточной Имперской компании. Поздравляю. В общем-то, видим, что последовательное продвижение по рангам было необязательно. Нас повысили сразу до самого большого поста. Фактор. Здесь небольшой глюк. Следующий ранг отображается, хотя следующего ранга нет. Сохранимся. Что я могу сделать для тебя? Но я-то знаю, что это еще не все, что здесь еще есть задание. Нет ничего такого, о чем тебе стоило бы беспокоиться сейчас. Возможно, когда строительство будет закончено, появятся какие-нибудь дела, на которые тебе нужно будет обратить внимание, но не сейчас. Ну, как водится. Отдохнем. Поспим. Женщина здесь всего одна. Так что. Кстати, она что-то пропала куда-то. Они, наверное, по домам все сидят. Выставились дома. Что-то долго строительство идет. Я мог уже два раза пройти весь сюжет, все вдоль и поперек исходить, пока они там строят. Ничего не меняется. Что-то ты как-то, дружище. Про дела он нам, наверное, не скажет. А, вот. Это вряд ли можно назвать поручением, но у меня есть еще одна последняя просьба к тебе. Этот вопрос касается твоего поместья, которое необходимо построить. Планы его строительства прорабатываются уже довольно давно. Карниус совершенно не хотел заниматься им. Очевидно, у него никогда не было намерения оставаться здесь. Теперь, впрочем, это стало твоей задачей. Я поставил Альдама Барендуса во главе команды строителей. Тебе нужно найти его, и он объяснит, что нужно сделать. Это, видимо, вот этот вот тип. Насчет поместья. Ну, это все немного сложно, по крайней мере для меня. Поэтому я сделал все возможное, чтобы облегчить этот процесс. Понимаешь, строительство может начаться в одном из трех мест. Тебе нужно выбрать, в каком именно из них. Поэтому я установил в каждом из них, из этих мест, факелы. Ты должен просто подвести меня к факелу в выбранном тобой месте и сказать мне о своем решении. Дай мне знать, когда ты будешь готов начать строительство, и я последую за тобой. Давайте посмотрим, что за факелы. Ну, первый факел вот здесь видим. Да, кстати, стена построилась. Я что-то немножко тупанул. Вот стена. Ограждает нас от врагов. Довольно эффективно. Вход вон там. Вот первый факел. Мне лично вот это место больше всего нравится. Ну, давайте осмотрим все. Тут дома. Пустой дом. Че это он пустой? Странно. Очень странно. Почему здесь пустой дом? Ну ладно, пустой так пустой. Вот. И НПС расселись, видимо, по домам.
тоже пустой. Второе место вот здесь. Третьего пока я не вижу. Но стена почему-то только с одной стороны. Здесь стены не будет, насколько я помню. Третий факел. Медведь распавнился. Это нельзя оставлять без внимания. Медведя надо завалить. Также сприган там бродит. Но я надеюсь, что мы сделаем все без палева. Две шкурки. И идем назад. Да. Так, и третий факел. Что-то как-то не видать третьего факела. А, вон стоит третий факел. Не заметил я его за камнями. Вот здесь вот тоже, в принципе, неплохое место. Но здесь место открытое. Я почему-то, видимо, в порыве каких-то первобытных инстинктов выбираю место за стеной. Давайте сообщим ему свое решение. Надо подвести его к факелу. Можно выбрать любое место. Поместье, насколько я помню, все стандартные. То есть одинаковые. Принципиальной разницы нет. Да, я уверен. Раз так хочет фактор, так тому и быть. Я прослежу, чтобы работы были начаты как можно быстрее, но на завершение строительства, вероятно, потребуется несколько дней. Ну, ты сам это знаешь. Я бы сказал 5 дней, если нам не будет мешать работать. Если ты будешь постоянно возвращаться сюда, это может замедлить процесс. Как я и сказал, скрипты не будут срабатывать, поэтому нам надо зайти помещение или куда-нибудь вообще уйти. Так. Вот, кстати, тетка. Неужели это опять ты? Осмелюсь сказать, ты один из самых приятных людей, что я встречал. Как дела? Дела хорошо. Выпьем. Где же кружка, как говорится? 5 дней мы пробухаем тут в таверне. Давайте посмотрим. Я не понял, в чем проблема. Ладно, так-то так. Так будет надежнее. Еще 5 дней бухаем. Дневник дополнен. Должно быть завершено. Возврат.
Да. Неплохой такой домик нам отгрохали. Ничего он нам не говорит. Давайте осмотрим свое поместье. Поместье Фактор. Камин. Такой своеобразный, каменный. Довольно неряшливо построен, надо сказать. Возле камина почему-то гамак вместо кресла. Тут стол. Понятно. Полочки. Второй этаж. Кровать. Сундук. Шкаф. Как положено все. Ну, второй этаж небольшой, видимо, всего вот места немного. Контейнеров немного, зато много полок. Вот это все, по идее, можно убрать и раскладывать здесь действительно ценные предметы. Вот здесь тоже везде. В принципе, полки мне нравятся. Но сундук всего один. В целом неплохое такое поместье. Давайте сходим к Фалько, переговорим с ним. По-моему, на этом квесты завершаются, если я не ошибаюсь. Что я могу сделать для тебя, Фактор? Хочу задание. Я не могу отдавать тебе приказы. Ну все, то есть квестов у нас нет. Побочные задания также я выполнил почти все из тех, что здесь вообще есть. Там парочка, может быть, осталась. Я их просто не нашел. Сейчас я сделаю перерыв, и позже мы приступим уже к завершению прохождения основной сюжетной линии Блудмуна. Сейчас всем пока. Спасибо за внимание.